Окружающий мир не только создает нас, мы в силах взаимодействовать с ним, придавая пространству новую структуру и тем самым изменять его качество. Нагляднее всего это проявляется в творчестве. Свой путь предлагает одесский живописец Игорь Варишкин. Его персональная выставка «Пространство импровизации» открылась в художественном музее. Игорь Варишкин принадлежит к числу мэтров отечественного абстракционизма. Выпускник Грековского училища и Южноукраинского педагогического университета, художник и преподаватель, он начал выставляться четверть века назад. Персональные совместные выставки проходили в Японии, России, Эстонии, Италии. Работы одессита разошлись по частным коллекциям от Соединенных Штатов до Австралии. Искусствоведы отмечают использование автором смешанной техники, где соединяются свойственные классической живописи красочные мазки и резкие линии графики. Живопись очень тесно смыкается здесь с линией и штрихом. Линия, штрих и чистая живопись создают удивительную атмосферу некой таинственности, некой тайны. Идея и воплощающая ее форма не обязательно должны быть четко определены. Все, что имеет жесткие рамки, замыкает сознание в тесном пространстве, препятствуя творческому осмыслению мира, как объективного, так и существующего в ментальном измерении. Тот и другой для художника одинаково реальны и способны к взаимопроникновению. Результатом этого процесса, до конца непознанного и, пожалуй, непознаваемого, является художественный образ, отраженный на полотне. Именно отраженный, поскольку сама идея может быть передана не в первозданно рожденном виде, а лишь посредством далеких от совершенства человеческих средств. Ну, я думаю, что это некое пространство, но конечно, воспринятое через форму. Я работаю, воспринимаюсь через форму. То есть форма является для меня таким смыслообразующим началом. Может, это парадокс, но это так. Я в первую очередь работаю с формой, а потом насыщая энергией, что ли, вот так. Здесь уже дело художника, да, уравновесить вот это, чтобы все-таки... Для меня пластическое начало главное. Абстракционизм после нескольких десятилетий существования остается наиболее дискуссионным направлением изобразительного искусства. Оценки от безоговорочного отрицания до фанатичного преклонения. Объективно можно признать одно. Абстракция оставляет возможность домысливания живописного образа и стоящей за ним идеи. Будут ли это игры разума или безумия, зависит от восприятия, то есть от нас самих. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания «Круг».